Да, четыре человека. Ребята, давайте всем ехать надо. Еще сзади четыре. Всего там 8. Кто так сюда может? Так, становись. Если бы у нас сумок меньше было, оно было бы... Давай. А вы с билетом, да? Вы с билетом не смогли зайти? Подожди. Подожди. Они закрывайте, давай его В маяке поедете? Да. Сказали, вот записка, показывали. А потом? Ну, будем там остановиться там. Работает. Маяк. Ага. Чайники вам... мы дадим. А я говорю, да. Спасибо. А я говорю, понимаете? Люди ночуют в подвалах. Угу. В подвалах холодно, берут одеялы в курточках. Угу. Ну, в общем, я жить люблю, там невозможно. Да. Создание жилых стекол вылетают. Ни света, ни воды нету. Вы сами не пострадали? Ваши друзья, близкие? Ну как, у меня, конечно, квартира пострадала, стекол нету. Угу. А были какие-то случаи мародерства в городе или бандитизма? Вот? Нет, я не знаю. Я лично этого не слышала, не видела. Под атаки, под пули, да, попадала два раза. Наконец, котом я вас поселю, а там еще ждут меня. Идем. Детками, пошли бы. Эти колодцы, ты не будешь кусаться? Так, быстренько идем. Как его зовут? Тише. Вера, у нас еще два многодетные дети. Сейчас вас поселят. Сумки возьмешь, там сумки мои. Сначала поселим, потом сумки. Что, ты не знаешь, как сумки? Не бойтесь, не бойтесь. Она замазалась, ужас. Да еще и котик. Так вот почистится чуть-чуть. Нет, уже нет такого страха, что стреляют, падают, над тобой идешь. Сейчас, конечно, нормально себя. Слава Богу, все люди, которые ехали, говорили, слава Богу, мы отдохнем хотя бы. Хотя бы будет тихо.